Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Для человека с буквой «О» в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Способность хорошо овладеть языком в устной речи и на письме. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. На уровне внутренней сущности владельцев этого имени является желание выделиться из толпы, вести активную жизнь, творческое и независимое существование. Звук «О» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Человек с этим именем более всего ценит свободу. Их жизнь напоминает неустанную борьбу за возможность самовыражаться. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. На уровне внутренней сущности владельцев этого имени является желание выделиться из толпы, вести активную жизнь, творческое и независимое существование. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.